приятно, когда праздник начинается именно так. Музыкой, песней, аплодисментами и добрыми улыбками друзей. И это не случайно. Ведь сегодня в Центре культуры «Россия» значимое событие. Юбилей народного коллектива вокального ансамбля «Родные напевы». 30 лет вокальный ансамбль дарит нам свое творчество, открывая мир песни, мир музыки. И сегодня я по праву могу поздравить с юбилеем и вас, дорогие друзья, потому как именно вы в течение всех этих лет встречали и поддерживали коллектив. Давайте сегодня, да, подарим нашим юбилярам овации, дружные аплодисменты. Для любого артиста самой высокой наградой является признание и любовь зрителей. Но не менее важна и высокая оценка твоего творчества и со стороны людей, облеченных властью и способствующих развитию этого творчества. На сцену приглашается директор муниципального автономного учреждения Управления культуры, молодежной политики и спорта Романенко Анна Михайловна. Добрый день, уважаемые участники вокального коллектива «Родные напевы». Здравствуйте, уважаемые зрители. Как уже сказали, сегодня действительно замечательный праздник. 30-летие отмечает этот прекрасный коллектив. Хотя, вы знаете, смотришь и не верится. Мне кажется, что 30-летие могут отмечать только лишь сами участники, каждый из них лично свое 30-летие, а никак не 30-летие творческой деятельности. Мне кажется, в названии «Родные напевы» определяющим является слово «родные», потому что действительно родными они стали уже для каждого из нас, для каждого тардинца. Коллектив «Родные напевы» является визитной карточкой нашего города, брендом нашего города, когда действительно любое мероприятие украшает их душевное выступление. Я бы хотела пожелать всему коллективу и лично каждому участнику долгих лет жизни, крепкого здоровья, оптимизма и той неугасаемой творческой искорки, которая ведет вперед, заставляет творить и заставляет радовать нас, зрителей. Также я желаю вам, чтобы аплодисменты благодарных зрителей никогда не смолкали на каждом вашем выступлении. С праздником! На сцену приглашается директор Большекузовского сельского дома культуры Ирина Назарова. Прекрасное слово «ансамбль». Это не сложение, это умножение талантов, а в результате счастье и радость, которую вы уже 30 лет дарите всем нам. Позвольте пожелать вам и всему коллективу здоровья, успехов в работе и новых творческих свершений. Радуйте своих преданных слушателей новыми концертными программами и интересными проектами. Пусть вдохновение не покидает вас никогда. Примите от нас музыкальный подарок.
Милые девушки, пожалуйста, не уходите со сцены. Дорогие друзья, я хочу вам представить руководителя коллектива Тамару Кашину. И что сказать об этом коллективе? В этом году они отмечают также свой юбилей, 30-летие. Поэтому полным составом мы приезжаем в Большую Пустынь. Подскажите, какого числа? 1 декада декабря. Число не знаю. Уточним. Приезжайте в гости. Спасибо, девушки. И вновь о родных напевах. Родные напевы сегодня – это уже больше, чем просто творческий коллектив. Для его участников это вторая семья. На протяжении 30 лет в дождь и снег, в жару и холод они спешат на свои прекрасные, интересные музыкальные репетиции. И их место встречи изменить нельзя. Это центр культуры «Россия», которые они любят всем сердцем, я уверена, всей душой. И я думаю, надеюсь, что это взаимно. Итак, дорогие друзья, я предоставляю сцену хозяевам, сотрудникам Центра культуры «Россия». Встречайте! Что-то ждет вас интересненькое. Мне бы бабе справиться, помоги.
самого пути. Центр культуры «Россия». Мы можем вечно не уходить, на самом деле, отсюда, вы же понимаете, после таких аплодисментов. Но сегодня замечательный праздник, замечательный юбилей у нашего самого любимого коллектива. Недаром они называются родные. Они действительно родные. Мы их обожаем. Мы их любим. Мы их ценим. Мы всегда откликаемся на любую их просьбу, с какими бы безумными идеями они к нам не выходили. И именно поэтому мы, наверное, сегодня такие вот вышли немножко безумные, но абсолютно вы же чувствуете, какая любовь горит в наших сердцах, правда? Да. Вот, Ириночка, выйди, пожалуйста, сюда, наша любимая. Слушай, мы абсолютно не сговариваясь, вот ты не поверишь, абсолютно не сговариваясь, с управлением культуры, молодежной политики и спорта решили вам преподнести подарок. Я думаю, что вы будете просто удивлены, когда вы откроете сначала подарок, который вам вручила Анна Михайловна, а потом тот подарок, который мы хотим... Сережа, достань, пожалуйста. Который я вот привез из города, долго ехал, парни меня так долго ждали, девчонки. Вот этот подарок, я думаю, что вы будете репетировать, вам будет еще проще, легче и лучше. Вы самые-самые-самые, мы вас любим, это почему-то. Настоящий народный театр Центра культуры «Россия». Принимали участие Андрей Парыгин, Сергей Савин, супруги Бересневы, Макс Захарянко и еще, подскажите, еще мужчина какой-то симпатичный был, забыла, но очень симпатичный. Наша программа продолжается, а значит, песни звучать. Родные напевы, встречайте! Ночки были с тобой, а поутру отомал.
Вы слышите, это вам аплодисменты за эту прекрасную песню. Да. Для поздравления на сцену приглашается заместитель главы администрации Тавдинского городского округа Склярова Людмила Георгиевна. Уважаемые тавдинцы, дорогие мои родные напевы, я, как официальное лицо, начну все-таки с приветственного адреса, который подготовил глава администрации Виктор Владимирович Лачимов. Уважаемая Ирина Викторовна, уважаемые члены вокального ансамбля «Родные напевы», примите искренние поздравления с 30-летием со дня основания ансамбля. Народный ансамбль «Родные напевы» был создан в 1987 году. В настоящее время он занимает лидирующие позиции среди хоров и ансамблей нашего округа. За годы работы ваш коллектив добился значительных успехов в вокальном жанре и все так же популярен у наших зрителей. В 2004 году ансамблю было присвоено звание «Народный коллектив самодеятельного любительского творчества». В 2009 и 2014 годах ансамбль успешно подтвердил звание «Народного коллектива». Сейчас коллектив ансамбля «Родные напевы» находится в расцвете творческих сил. Каждое выступление – это всегда неповторимое звучание, гибкость и легкость исполнения. От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия, жизненного оптимизма и творческого долголетия. Пусть ваша жизнь будет наполнена теплом друзей и заботой родных. С уважением, глава Тавдинского городского округа Виктор Лачимов, председатель Думы Тавдинского городского округа Нохрин Дмитрий. От всей души, от имени администрации, от себя я хочу сказать, что я взрослела, мудрела вместе с этим ансамблем в течение 30 лет. Потому что как-то жизнь сложилась, что когда я, так сказать, начала заниматься политической своей карьерой, то параллельно мы везде были с этим ансамблем. И самое главное, что я хочу сказать, несмотря на все вот эти модные западные течения, в душе каждый из нас, сидящий в этом зале, да и не сидящий, мы русские. И нам, наше сердце, трогают вот именно такие песни, которые поете вы. Поэтому огромное вам спасибо за ту радость, которую вы нам доставляете своим творчеством. Огромных вам успехов, еще больших наград. Не останавливайтесь на достигнутом. Ну и, конечно, не могу не поздравить вас с днем рождения. У вас двойной праздник от всей души. И хочу вручить благодарственные письма. Благодарственное письмо главы Тавдинского городского округа вручается коллективу народного ансамбля «Родные напевы» Центра культуры России, муниципального автономного учреждения Управления культуры, молодежной политики и спорта. Уважаемые члены народного ансамбля «Родные напевы», выражаю вам благодарность за высокий профессионализм, большой вклад в развитие хорового творчества на территории Тавдинского городского округа и в связи с празднованием 30-летия со дня создания народного ансамбля «Родные напевы». Так, ну и второе благодарственное письмо вручается конкретно Кляузовой Ирине Викторовне, хурмейстеру муниципального автономного учреждения Управления культуры, молодежной политики и спорта. Уважаемая Ирина Викторовна, выражаю вам благодарность за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие хорового творчества на территории Тавдинского городского округа и в связи с юбилейной датой. Виктор Лачимов. Людмила Георгиевна, мы также поздравляем вас с днем рождения. Дорогие друзья, сегодня у Людмилы Георгиевны денежки. Вам здоровья, счастья, всего успехов в работе, всего самого доброго. Большое спасибо, вот даже день рождения у нас совпали.
За 30 лет в ансамбле было много перемен. Менялись жизненные события, рождались дети, внуки, и состав коллектива периодически менялся. Но есть участники, которые, и оставив коллектив, останутся в исторической хронике как яркие исполнители и просто замечательные люди. И вот один из них, участник ансамбля с 1996 по 2004 год, сегодня с нами на этой сцене. Это Сергей Савин. Встречайте! Евгений Лопатин, прошу вас. Без родных никуда. Я встретил розу, роза цвела, шиповкой лючих, роза полна. Я встретил розу, роза цвела, шиповкой лючих, роза полна. Сказал я розе, я содвернусь на этой розе, ой, я ей женюсь. Сказал я розе, я содвернусь на этой розе, ой, я ей женюсь. Я отвернулся, хожу, брожу, шиповкой лючих не нахожу. Я в сад вернулся, хожу, брожу, цветов колючих не нахожу. Ой, парни, парни, вам мой совет, не рвите розы в 17 лет. Ой, парни, парни, вам мой совет, не рвите розы в 17 лет. Розы нежны, их ароматы всем нам нужны. Розы прекрасны, розы нежны, их ароматы всем нам нужны. Розы прекрасны, розы нежны, их ароматы всем нам нужны. Розы прекрасны, розы нежны, их ароматы. Спасибо большое. Научили петь меня за 8 лет. Спасибо, Сергей. Вас. Спасибо, Сергею, мы говорим. И вновь с нетерпением ждем появления на сцене вокальной группы «Родные напевы». Пусть зажжется свеча от свечи, пусть пойдет от добра добро, и от песни, что зазвучит, станет всем и тепло, и светло. Встречаем!
хоровая группа «Доленька» поздравляет вас с юбилеем и желает вам творческих, хороших успехов. Ирина, а тебя поздравляю с днем рождения и желаю тебе, ну, все, что есть, все тебе отдаю. А главное, много лета. Oh.
ты моя, уже горькая травы, береги же, охрани меня. Гостей. Я с большим удовольствием приглашаю на сцену ансамбль русских народных инструментов «Калинка» детской школы искусств. Руководитель ансамбля Лариса Кишеева, концертмейстер Любовь Макарова. Встречайте также бурными аплодисментами, добрыми улыбками. Наш маленький коллектив и коллектив взрослых
взаимодействует не первый год. Поздравляю друг друга, выступаю. Ну и от имени директора школы искусств Анатолия Валентиновича Буравкина, от имени всего нашего коллектива хотелось бы зачитать поздравительный адрес. Народный коллектив «Родные напевы» поздравляем с юбилеем и от всей души желаем вам всегда быть в поиске новых задумок и идей, никогда не расставаться с вдохновением, постоянно ощущать счастье и радость. С каждым днем наполняя этот мир своими чудесными шедеврами и потрясающими напевами. Спасибо вам большое, низкий вам поклон. Родные напевы и ансамбль «Калинка» уже перед вами. Быстротечно в жизни время. 30 лет пролетели, как одно мгновение, и стали историей. А за эти годы наш ансамбль неоднократно подтверждал свое высокое мастерство званиями дипломантов и лауреатов, награждался благодарственными письмами и ценными подарками на различных конкурсах, фестивалях, как городского, так и областного уровня. За творчество и верность русской песни, за высокий исполнительский уровень в 2004 году ансамблю было присвоено звание «Народный».
которые они до сих пор носят с гордостью и достойно. А мы, в свою очередь, с большим удовольствием готовы дарить теплые слова признания и любви родному коллективу. Слово для поздравления предоставляется Лагуновой Ирине Владимировне, директору централизованной библиотечной системы. Сегодня мне выпала такая честь поздравить коллектив «Родные напевы» от трех коллективов централизованной библиотечной системы, Дома культуры имени Ленина, Музея леса и деревообрабатывающей промышленности. Ириночка, пожалуйста, на сцену. Уважаемые участники вокального ансамбля народного коллектива «Родные напевы», примите наши искренние поздравления с вашим творческим юбилеем и благодарность за тесное сотрудничество. От всей души выражаем искреннюю признательность за вашу активную жизненную позицию, за любовь к народной песне, за ваше стремление нести радость людям. Желаем крепкого здоровья, долголетия, творческого вдохновения, неугасаемого душевного тепла, счастья, внимания со стороны родных и близких. Желаем вам, чтобы каждый день с улыбки начинался, с прекрасных слов и солнца за окном. Желания, мечты осуществлялись, удача, счастье приходили в дом. И примите наш небольшой подарок. Уважаемая Ирина Викторовна, поздравляем вас с юбилеем. Желаем жизни такой же праздничной, как сегодняшний день. Пусть в ней всегда присутствует успех и везение. Мы желаем вам верить в собственные силы, крепко стоять на ногах и постоянно двигаться вперед. И пусть удача сопутствует вам не только в карьере, но и в личной жизни. Пусть ваш дом будет полной чашей, и пусть в нем будет покой и благополучие. И пусть любимые люди всегда будут рядом. Поздравляем! Хочу сказать огромное спасибо всем, кто пришел на наш юбилей, ну и на мой тоже. Дорогие друзья, с поздравлением! На сцену приглашается вокальная группа «Магнолия» Кашубского сельского дома культуры. Сегодня коллектив «Родные напевы» отмечает свой замечательный 30-летний юбилей. Ансамбль «Магнолия» поздравляет их с этим праздником. Дорогие коллеги, примите пожелания в юбилей добра и счастья, радости, уюта. Пусть от улыбок близких и друзей чудесней станет каждая минута. Здоровья вам, душевного тепла. Пусть жизнь всегда прекрасной и светлей будет. Легко пусть удаются все дела и окружают любящие люди. Сегодня у нас еще один юбилей. Нашему руководителю Ирине Викторовне. Ирину Викторовну Кляузу поздравляем с юбилеем и желаем ей. Дорогая Ирина Викторовна, еще одной жемчужиной прекрасной среди других чудесных светлых дней пусть станет этот солнечный и ясный, красивый, яркий праздник юбилей. Улыбок, слов волнующих и нежных от тех, с кем праздник радостней встречать. Пускай осуществятся все надежды, и жизнь еще счастливой может стать. Thank you.
Итак, виновники торжества, принимайте поздравления от вокальной студии «Солнечный ветер» Центра культуры «Россия». Добрый день еще раз. Мы очень рады стоять на этой сцене, и вообще мы считаем, что у нас замечательное молодое поколение. И родным напевом будет есть на кого оставить народную песню. Я, как тоже представитель студии «Солнечный ветер», занимаюсь актерским мастерством, хочу вам представить вот эту замечательную русскую красавицу, которую зовут Полина Потапова, которая обожает народные песни. И сегодня вместе с руководителем студии Екатериной Волковой, которая работает вместе с Михаилом Захаренко, поаплодируйте ей, пожалуйста, мы хотим вам представить замечательную и очень вкусную русскую песню. Ну, а чтобы народные традиции у родных напевов продолжались, я хочу им вручить вот такой лопоток, который я получил от одной бабушки, которая сделала его своими руками. Есть такой город на Волге, Плёс называется. И она мне сказала, Ириночка, это было уже очень давно, я тогда был еще очень молодой и красивый, вот. И она мне сказала: юное дарование, сохраняйте свои корни, потому что это очень важно. И вот он у меня очень долго хранился, и сегодня я хочу вам его вручить, чтобы мы все вместе сохраняли корни, чтобы вот такие красивые наши русские девчонки выходили и пели. Спасибо вам. Ау, ты все заважу, тюрли, тюрли, ау, ты зарибу.
что Полина Потапова исполнила для вас эту замечательную песню. Юбилейный день для родных напевов – это большое событие в жизни. А каждое событие – это настоящий звездный час, который определяет дальнейшую творческую жизнь. Итак, виновники торжества, ваш звездный час уж наступает. И вновь вас слушать зал желает. Встречаем!
свидания, милый хорик, на свидание, милый хорик, и горбун с собой берет. Пустая дорожка на прикоре, пустая дорожка по другой, поиграй еще немножко, милый мой Сережка. Пустая дорожка на прикоре, пустая дорожка по другой, поиграй еще немножко, милый мой Сережка. Дорогие друзья, что же можно еще сказать об участниках творческого коллектива? Они влюблены. Влюблены в свое песенное творчество. И всегда поют с душой, с вдохновением. Мы с вами в этом убедились, так? Да. В песне «Жизнь моя» так о себе может сказать каждый участник ансамбля. Они истинные любители, настоящие труженики сцены. Итак, встречайте, дорогие друзья, Жанна Кветкина, Людмила Купинова, громче аплодисменты, Галина Михайлова, Ирина Куляева, Евгений Лопатин. Евгений Лопатин, где? Максим Крутиков, Сергей Боженков, Галина Симухина, Нина Громова, Надежда Удалова, руководитель коллектива Ирина Кляузова. А сейчас я предоставляю слово коллективу для поздравления своего любимого, замечательного руководителя. Ириночка, центр. Мы позвали вас сегодня на наш праздник, но чуть-чуть слукавили. У нас сегодня три праздника. Первый. 30 лет, как Анатолий Федорович Кошкин собрал вот этот коллектив. 15 лет, как Ирина Кляузова и Максим Крутиков приняли этот коллектив. И третий праздник, самый дорогой праздник, юбилей. Нет, я как-то не люблю слово «юбилей», это уже какое-то мероприятие. Мне ближе к сердцу и дороже слово «день рождения». Он светлый, он чистый, он чем-то напоминает детство. Вот я сегодня нашего руководителя, Ирину Викторовну, от своего имени, от имени всего нашего чудесного дружного коллектива хочу поздравить с этим замечательным праздником. В жизни есть бесконечно прекрасные даты. Юбилей, несомненно, одна из таких. Сколько сделано, опыт накоплен богатый, сколько рядом хороших людей дорогих. Пусть любовь и семейный уют вдохновляют на дела, что еще предстоит воплотить. А здоровье отличное пусть позволяет и мечтать, и стремиться, и счастливо жить. С юбилеем вас! Красивой женщине и красивые цветы. Дарите женщинам цветы. Пусть они знают, что они любимы. И прекрасны. Прямо до слез. Ириночка, мы тебя любим. Не плачь. Все хорошо. Дорогие юбиляры, виновники торжества, пусть всегда звучат для вас несмолкаемые аплодисменты. Пусть не знает границ любой ваших зрителей. Пусть будут новые программы и новые гастрольные маршруты. Пусть будут новые юбилеи. И пусть все сбудется. Пусть. Вам слово. Yeah, you're really, 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 really
Конфеточки, брянички, бряни, бряни, брянички. Говорят, частушки вроде в наши дни уже не в моде, только разве дело в моде, если любят их в народе? Холостым. Мы, как видите, красавцы, и сердца у нас горят. Да к тому же мы вдовницы, разбирайте на расхват. Ой, девчоночки, беда, ребят, поела мошкара. Только те остались, а что двустам посыпались. Переулочки. Переулочек с переливом, я страдаю с перерывом. Гармонечка, играй с ночей, миряночек, люби сильнее. Мы частушек много знаем, знаем тысячи полторы. Мы их сами сочиняем, сами композиторы. Летят утки, летят утки, летят утки в бабуся. Летят утки, летят утки, летят утки. Для завершающих слов. Уважаемые зрители, спасибо вам за доброе внимание, за то, что вы пришли на юбилей. Спасибо вам. До нового свидания. Мы будем рады видеть всех друзей. Всего вам доброго. Спасибо, что пришли.